Новые почетные звания и награды появятся на Камчатке. Об этом сообщила председатель комитета по соцполитике Краевого парламента Татьяна Ткаченко. Депутаты этого комитета рассмотрели законопроект о наградах Камчатского края и рекомендовали его к принятию на очередной сессии Заксобрания. За заслуги перед Камчатским краем, знатный рыбак Камчатки, за доблестный труд в Камчатском крае, за безупречную службу в Камчатском крае, за заслуги в наставничестве. Это тоже очень будет важная награда. За верность Камчатке. Почетное звание «Материнская слава» преобразовано в почетное звание «Родительская слава». И, конечно, я очень рада за нашу молодежь, что у нас в законе Камчатского края появилась награда для талантливой, социально активной, творческой молодежи. Это надежда Камчатского края. Этой наградой будут награждаться молодые люди до 23 лет, проявившие выдающиеся способности в научной, инновационной, социальной, культурной жизни Камчатского края, добившихся высочайших успехов на международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях.